И нам это не нравится. Мама молодец, потому что такие развлечения у Арины. План за это лето. Он как балерунчик растянулся. У нас тут перекличка с Тёмой. Ты что там делаешь? Никого со мной нет. Кукс огурцов будет. Очень смешные мини-игры. Доброе утречко всем. У нас уже 10 часов утра. И мы завтракаем. Вот, сегодня у нас блинчики. И догадайтесь, что у меня, кто знает. Вот, у меня жареный лук. Вова, кстати, купил белого лука. Ну, он слаще, вы знаете, да? Поэтому буду пробовать, вроде бы должно быть вкуснее. Вот, а Ринка еще сделала клубничку, перебила. Да, сахаром. Вот, и кому-то здесь очень вкусно. Наверное, уже наелся. Вымазался, сейчас буду тебя мыть. Ну что, видимо, лето закончилось, да? Сегодня у нас 30 июля, а на улице дубак. И это через день, и даже чаще. Вот так вот. Мы с вами просто очень любим солнечные дни, поэтому подмечаем вот эти холодные постоянно. И нам это не нравится. Вы знаете, что мы мечтаем жить в том месте, где будет всегда тепло. Это наша с ним мечта. Ну, это... Мечты мечтами, пока живем так, как есть, и там, где есть. Вот, все нам нравится, но вот погода, конечно, удручает. Ну, вот такие дела. Ладно, это такое отступление лирическое. Неважно. Арина, что ты там делаешь? У меня болит очень сильно. Болит? Заболела. Ать-ать! Молодец, держишься крепко, ты молодец. У нас Тёма очень аккуратненько. Боюсь перехвалить, конечно, но молодец, держится. Давай, топ-топ-топ-топ-топ. Да, скажи, я скоро буду бегать, и вы меня не догоните. В комментариях, у кого есть игра Sims, кто в нём не играет. При чём тут Sims твой? Спрашивай на своем канале. Вы представляете, смотрите, сколько мусора. Вчера утром пропылесосила Арина, ну... И что это такое? Хотя я скажу, что это. Это кунжут от булочек моих, что я вчера пекла. Да. У нас Артурчик очень-очень такой аккуратненько кушает всегда. Вот, аккуратненько вот так вот малыш в кавычках ходит и кушает. Тёма начинает трогать Артура. Вот, ну вообще он нормально кушает, но когда ходит, конечно, все крошится, это понятно, вот. Представляете, что надо пылесосить нам каждое утро, но я не знаю, как это сделать пока. Пока никак. Мы хотя бы через день-два пылесосим, и то хорошо. Тёмка, выспался только что, я половину видео уже сделала. Мама молодец, потому что Тёма молодец. Вот такие дела. Чем будем заниматься, Арина, сегодня? Играть. Играть? Это полчаса. Даже меньше. Я про Sims. Я спросила, мы, а не ты. Мы. Мы вместе. Ну, мы с тобой сегодня будем полчаса играть. Угу. А кроме игр? Спать. Есть. Спать, спать. Ночью надо спать. Есть? Ну, есть, понятно, кроме еды. Все? Идей нету? В туалет ходить. Ну, это понятно, а кроме этого? В телефоне сидеть. Вот такие развлечения у Арины, да, Тёмка? Тёма, а ты что будешь делать? Чем заниматься будешь? Он что-то рассказал. Слышите, да, все поняли? Ой, ты молодец, он на поп-сокет мой новый смотрит. Он уже старый. Он уже старый, да, ему несколько дней. Все, телефон захвачен. Тёмины лапки. Не лапки, не лапки, а ручечки. Хорошенькие такие ручечки. Артурчик активизировался. Да он просто прилег. Смотри, всё, сколько дивана мало. Глаз. Всего лишь половина. Всё, Артур спит. Кто танцует тут? Да ну спать. Что ты спать его укладываешь? Рано еще спать. Держись, Тёма. Смотри, закрывай глазки. Ты видишь, он спит. Да, он притворяется. Тебе на радость. Тёмка смотрит. Что ты его держишь? Зачем? Да, мы там, ты там что-то смотришь. Тёмочка. Аккуратнее, пожалуйста. Ну вот, планов у нас нет. И... Тёма, ты знаешь, что ты очень загорелый мальчик? Цели в жизни тоже нет? Цель в жизни есть. Да я шучу. Мечты есть, цели есть. А на сегодня планов нет. Хотя, если подумать и вспомнить, то куча дел сразу навернется. План за это лето. Сходить на батуты.
Да. Мы почему-то не можем никак туда попасть. Не потому, что там мест нет. Они там есть. Просто у Вовы дела. Она хочет, чтобы все вместе сходили, чтобы Вова от Тёму смотрел. И с Артуром там играла, а мы с мамой вместе попрыгали. И с Артуром. Да, она со мной хочет прыгать. А если без Вовы, то это будет, скажи, совсем не то, да? Ну вот жди. Ну вот такие дела. Ой, да, песни надо обязательно. Голос разрабатывать. Надо, потому что голосовые мышцы, связки, это тоже мышцы, которые надо тренировать. Ты начинаешь, на полчаса и будешь монтировать фильм. Да, я как-то тут уже пару дней влоги выходили такие, почти 20 минут. Они монтируются очень долго мною, особенно если что-то надо замазывать, например, голых потиков этих. Вот это вот, то все, это очень долго. Мама тогда сидит и бесится. Ну, то есть я. Я мама, да. Я снимаю, я оператор, я мама. Монтажером. Ну, ты ж свои видео тоже монтажируешь, монтируешь. Ну, ты тоже, кстати, не быстро сидела, делала. Потому что я там тексты, смайлики. Ну вот, а я про что? Вот это каждая мелочь, она занимает время. Ну, ничего. Это смотри, быстрее удалить это, чем что-то написать снизу и сделать серый фон. Конечно, да. Ну, вот такие у нас дела. Дел никаких, никаких. Даже как-то скучно сразу стало. Я думала, что распечатать. Ну, я шучу. Вот. Я бы, конечно, села бы, у меня там есть что дошить. Давно, наверное, уже года два, может, полтора-два года. Вот, представляете, это ужасно, ну напечатай. Но я сейчас не сяду, сами понимаете, правильно, я никак не смогу сесть. Вчера вечером я Вове делала ремонт, может, если сегодня детки раньше уснут, то... Ну, раньше это значит хотя бы часов 9, не в 11, потому что потом уже спать думаю, хотим. Я думаю, вы догадались, что я буду печатать. Что? Майнкрафт, молодец, печатай, она будет сюрприз сделать. Ой, Тёмочка, что ты там, как балерунчик растянулся? Давай, помогу тебе. Вот. Поэтому хочу доделать, я не люблю, когда эти недоделки остаются. Меня это как-то угнетает, надо это быстренько доделать, все, и будет там интересная вещь. Я надеюсь, конечно. Ну, вот такие дела. Тёма! У нас тут перекличка с Тёмой. Тёма! Ты куда пошел? Перекличка окончена, что ли? Тёмка, держись! Молодец! Ай, Тёма, приколись. Ты что там делаешь, а? Ну-ка спускайся. Перекличка. А? Артур, а ты? Смотри, как Тёма громко кричит. А? Ну-ка, покажи, как ты умеешь. Артур. Он лазит у нас по столу и никого не слушает. Вот так вот. Да, Тёма, скажи, а я еще маленький, не могу. Ну, тоже бы хотел 100%. Артурчик, спускайся вниз. А то он кое-кто к тебе тоже хочет уже. Да-да-да. Вот так вот. Ты что там делаешь? Ну, вот так вот. Сам у себя на уме. Малышок наш. Малышики их сидят, что-то вместе делают. А, клип. Клипы тут смотрим, слушаем. Да, песенки. У Артучка уже есть любимые песенки, да? Вот играли тут с Тёмочкой. Да, та обезьянка, да, обезьяны большие. Да, слушай, решили, в общем, песенки послушать. Что-то я тихо сделал. Мама вышла погулять. Смотрите, я одна. Никого со мной нет. Просто одна.
Ладно, я шучу. Просто одна. Я просто не гуляю. Вот всегда с кем-то, в любом случае. Вот, а я просто вышла получить материальную помощь в школе дают многодетным деткам. Ой, многодетным семьям, поэтому вот иду оформлять. Вернее, я уже там была, типа потом в банк сходила, сейчас в банк иду, выписку брала с карт-счета и пойду сейчас заявление допишу. Ну и вот, будет помощь в школе. Вот, ученица у нас одна, так что вот так вот. Так, вот и супец, который я говорила вчера буду делать. Рассольник, да? Ну, здесь у меня еще и перчики. Вот, ну, конечно, маловато соли насыпала в огурцы, ну, ничего страшного. Вкус огурцов будет, поэтому он все равно вкусный. Так что вот такой у нас будет ужин. Плюс, кто еще захочет, салатик с картошечкой. А к супчику я, как всегда, сделала намазочку. Такая она красивая, очень вкусная. И простая. Так что желаю всем приятного аппетита. Ну и нам тоже. Ну что, играем? Играем. Короче, две игры. О, прикольные, в принципе, игры. Мы раньше играли. Так, берем 2, 3, 4 игрока. И будем играть в такие прикольные игры. Уже кубок. Прикольно в такую игру играть, ну, настольную, вот так вот. Я сейчас нажимаю на циферку, и у меня 8 ходов. Опять. Мама туда идет. Так, пошли. Она скоро до кубка доберется. Я кубок получаю. Ну, кубок. Всего-то 2 трофея. Вам, да, все. 2 трофея, и все, и победитель. Блин. 1. У тебя 0. Ну, в смысле 0? Ну, потом... Мне не хватило ключей. Так у тебя тоже не хватит. И что, я могу их насобирать еще? Тебе просто так, раньше. Так, ты насобираешь, если ты идешь что по они... моему пути. Я думаю, по моему пути, но мы в это время играем мини-игры. Мини-игры вот эти прикольные. Это... Смотри, какие эффекты у нас классные. Угу. Знаете, какая она транжира? Да ты что? Тут приступ смеха. Очень смешные мини-игры. Тут смеемся, животы уже болят. Ну давай, нажимай. Я не трогай мой кубик. Я, кстати, маму нечаянно прибила. В игре. Да. Ну нажимай. Закрытыми глазами, смотри. Глаза открой. Десятку выиграла. Все, она ходит. Я не знаю, где кубок. Короче, ищем кубок. Кто сейчас первый его найдет, тот и победит. И вчера тут и тут. Да, Арина сегодня во всех играх победила меня. Ты, наверное, сидишь это, втихую нет, тренируешься каждый день. Нет, я не тренируюсь играть, нет. Ага. Мама разучилась побеждать Арину, ай-яй-яй. Зато весело. Правильно. Правильно. Да, неправильно. Неправильно. Ну, так вот, все, у нас 10 часов. Пойдет мама пока спать, не хочет что-нибудь делать. Ты не хочешь спать? Да, но ты хотела спать. Да нет, пока не хочу. Все, Арида, я от тебя ухожу. Давай еще немножко поиграем. А-а. Пожалуйста. Пока. Пожалуйста. Чуть-чуть. Пока. Давай чуть-чуть. Да хватит, Арина, мы последний так... Раз. Нет, давай все. Последний.